Фрейя, я этого не забуду. Спасибо. Благодаря отца, но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? Не знаю. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну ладно. Села на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. В лодку я потащу. Ты молчишь. Тебе лучше? Да, вроде. Ты подслушал наш разговор с Фрейей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Говоришь, я проклят. Я не такой, как ты. Я слабак. Не такого сына ты хотел. Но просто я уже думал, что теперь все иначе. Ты не все знаешь, сын. Не все. Но теперь я хотя бы знаю правду. 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 Я бог Этрей. Из другой далекой страны. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом. Так же, как и ты. Сын, нечего сказать? Я... Могу я... превратиться в зверя? В зверя можешь ли превратиться? Нет. Нет, это вряд ли. Я бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я бог. Почему ты так долго это скрывал? Надеялся избавить тебя. Жизнь Бога — это нередко бесконечная боль и трагедия. Вот проклятие. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Я не чувствую себя Богом. Я не знаю пределов твоей силы, но со временем мы выясним. Точно нельзя стать волком? Удиви меня, если сумеешь. Я поэтому слышу голоса, а ты их точно не слышишь? Как ты их не... Неудивительно. Все боги разные.
То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. А кто еще знал, что я бог? Фрея точно знал. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер! Он знает? Поэтому он нас преследует? Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдера в день похорон твоей матери. Это правда. Эй, ну нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Давай еще раз, не отвлекаясь. Ну, еще раз. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы в Вальхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как вы. Его правда залюбили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. Героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Хорошие войны. Изредка встречаются. Да. Говорится о местах, которых я не знаю. Тюр считал, что хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание другое. Бери смотреть на мир, чего не достичь себе на месте. Один вечный ритм, то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные убили Тюра и приносили ему дар по всему миру. Стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял. Хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи. Попавшая путь войны. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великана. Голова и черная руна. Не знаю, никогда тут не бывал. Кай, мы на месте! Ты же не думал, что все так просто? Нет. Может, надеялся. Что теперь?
Ты лучше пошевеливайся, брат. А, скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится нормальное масло. Потому что тебя никто не любит. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца стало маленьким. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да, там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Замедлился. Ура!
тебя там так задело? Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. А. Хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Быть богом, а мне нужно... Еще проходы. Понял, иду. Удачи. Go!
все пилы были страшными. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали, может, это ее подарок? Ловушка для ветров. А эти? Мысль быстрее ветра. Куда еще могут отправиться? А, умно. Тюра все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина и не зря. Уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хати Серебряный гонится за Луной. Сколь Золотой гонится за Солнцем. Когда они съедят Солнце и Луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, солнце направо, Мидгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Левый! Средний рычаг! Средний! Надо по порядку. У нас... Средний рычаг! Средний. Луна слева, солнце справа. Левый. 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 Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард. Средний. Левый. Средний.
рычаг! Средний! Средний! Левый! Средний! Отец! Нет! Отец! Левый! Левый! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа. Надо по порядку. Луна слева. Левый. Средний рычаг. Луна слева, солнце справа. Правый рычаг. Левый. Средний. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Правый рычаг. Получилось! Но утонуть я не могу. Хоть что-то. Не останавливается! Зачем эта большая цепь? Отец, мы с тобой! Мальчик, останови эту цепь! Как? Я не знаю! Я знаю, что делать! Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Зато ты спасся. Это было умно. Руна у нас! Все получилось! Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О нет! Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли! Сын. Следи за ними! Меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша?
Йорф! Мы идем, куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руку. Руну Йотунхейма мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго. Но теперь тебе придется хранить наш. Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял. Ну что, па? Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Да, отец.
ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже на всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это Ас. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Да? Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Зажег тут факелы. Мертвым свет не нужен. Смотри в оба.
нужен другой путь наверх. Тебя учили. А, ты это мне? Я думал, тебе не по нраву мой тон. Это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Да, отец. Если ты не учишь. Ты не внемлешь моим урокам. Я делала все, что ты говорил, а взамен хотела лишь правды. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю.
Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Сын.
не думал, что вы тут пойдете. Но хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Почти на месте. Наконец-то. Мальчик, руну. По ней вырежи. Thank you.
вопрос! Ты опоздал! Дело сделано! Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя! Все кончено. Да ну. Пусть так. Бартер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Не двигайся. Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом.